Привет, народ! Всем привет! Короче, мы хотели выехать куда-нибудь в лес, там сделать какой-нибудь пикник, там, ну или приурочить к чему-нибудь. Ребят, не получается никак. Мы собираемся на Кольский выезжать уже через... Да мы, наверное, уже на Кольском, когда вы видите это видео. В общем, у нас зад в мыле. У нас запара полнейшая. Да, все надо подготовить, все надо сделать. Вот. Ничего не забудь. Но в то же время мы очень хотим вам показать и сами попробовать вот этот гриль. Что это такое? То есть это достаточно бюджетный гриль, делает его в Тайване, а приобрести можно будет в компании O-Grill. Ссылочка будет в описании на этот гриль. Но если он, конечно же, будет хороший. Потому что если не будет хороший, то мы вам не покажем это видео вообще. Да, а сейчас мы протестим, хороший или нет. Ребят, из самых сложных блюд, что у нас были, это вот сосиски за 142 рубля полкило. Мишка хочет ужинать дико. То есть испытания, как обычно, проводят на Мишке. Самые сложные, да. Проводить будем их на Мишке. То есть новые сосиски, новые ягоды. У нас сосиски, у нас гриль. И сейчас мы все это попробуем затестить. Да. Ну что ж, давайте начнем. Давайте приступим. Я сейчас ее открою, а Мишка пока откроет свои сосиски. Да. Вот тебе тарелка, вот доска, вот тарелка. Вот, я пока открою гриль. Такой же гриль точно мы недавно разыграли. Победитель вроде бы был из Сергиева Посада у нас. Или из Москвы. Кто-то из Москвы выиграл горелку, а кто-то выиграл гриль. Вот точно такой же. Мы его пробуем первый раз сами. Вот как видите, он чистенький, светленький, беленький. Так, ребят, вот так вот у нас выглядит гриль. Вот такой вот он. Производство Тайвань. Делают в Азии, часто на них готовят еду вообще. Используется здесь цанговый баллон. Вот такой вот цанговый баллон, всем нам привычный. Который используют в газовых плитках, там, во всяких штуках, короче. Закрываем. Так, здесь у нас есть вот такая металлическая решетка из нержи. Вот такой вот отражатель. Отражатель для того, чтобы жир или масло не капало на вот эту горелку. Вот тут, видите, вот такая вот горелка, из нее идет пламя. У гриля есть пьезоподжиг. Так. И ну давайте вот. Вот так. О, пошло тепло в трубу. Не верю. Как это ты не веришь? Не верю. Верю. Любишь ты пошутить, любишь ты добро пошутить. Ну давай, трепи свои сосиски. Ребят, у Мишки проблема, короче, у него, оказывается, шкурки не снимаются с сосисок. Будем сейчас в пленке готовить. Сейчас как раз гриль за это время обгорит весь. Потом мы расскажем, какая была вкусная пленка на этих сосисках. Да, гриль новый, поэтому сейчас все обгорит, пока Мишка делает этим. У нас сегодня будет самый вкусный с этим маслом, которое мы покрывали, не знаю, чем-то. С консервационным маслом, да? Да. Ну ты сколько, ты столько съешь их? А чего же нет-то, я весь день. Да? Весь день и весь день. Живоглот, вы думаете, куда консервы все уходят? Весь день и до сих пор еще никак. А то он перед Кольским отъедается. Ребят, он реально живоглот. Я не знаю, что сказать. Живоглоты всех стран, соединяйтесь. Видали какой-нибудь кинжал? Ребят, эти ножи у нас сейчас на тесте находятся. Пока не будем говорить, никто делает ничего. Вот на тестах у нас эти ножи. Посмотрим, как они себя поведут. Скажу одно, это якут. Но складник. Вот такой вот карельская береза. Текстолит. Да, текстолит. И вот такой вот якут. Так. Верните, да? У меня тоже такой должен быть, но я левша, мне нужна с левой заточкой. Там заточка односторонняя. И для того, чтобы правильно регулировать рез, нужно, чтобы был этот самый заточка именно под руку. Под правую или под левую. Попробуем, то есть порубаю ветки, порубаю деревяшки, что-нибудь пытаюсь сделать такого. Проверю, как. Короче, ножи у нас на тестах, если все будет нормально, мы вам расскажем, где можно купить, как купить и что с ними
как они вообще себя ведут. А пока мы пользуемся, у нас их несколько ножей таких, вот будем пользоваться, будем пробовать. Ну так достаточно приятная штука на ощупь, по крайней мере. Из рук упускать неохота. Ну да, такие. Варикате! Вода-хода! Все, казнил сосиску. Вот все правильно поделил, не разметил. Это он себе отрезал, а это мне. Все, может, наоборот. Все поровну. А может и наоборот. Ну, может наоборот, но подумал ты именно так. Нифига, ребят. Да, для смазки. Слушай, маслом, наверное, надо будет... кисточку брать. Кисточку надо, Гер. А, не, я знаю как. Чего паримся-то? Сейчас... Не, ребят, так как с тем грилем, тут такой вариант не проходит. Сразу скажу, чего не хватает. Не хватает здесь кейса. То есть, куда-то его надо убрать. А так он будет либо в мешке, либо в чем. Непонятно. Так, ладно. Будем смазывать по-другому. Смазываем бумажку. Сейчас. Главное вовремя руку убрать. Ну да, вот. Все нормально. Все, все смазалось. Даже вот грязь смазалась заводская. Самая была... вкуснятина. Самая вкуснятина, Мишка говорит. Смазалась самая вкуснятина. Так, ну что? Дадим жару и будем раскладывать наши сосиски. Я предлагаю паркетным методом их разложить. Пожалуйста, Михаил Юрьевич. Раскладывай. Попробуем несколько методов раскладки. Должны же мы понять, в каком положении они лучше жарятся, правильно? Да, да, да. Вот. Так что вот, вот так мы сделаем, а эти мы оставим на потом. Ну, я уже считаю, что глупо оставлять. На потом? Да, вот сюда одна и вот туда одна еще, и все. И мы за раз все приготовим. Видели, полкилограмма сосисок за раз разместилось на гриле, ребят. Вот. Сейчас а полкило будем... сосисок, это я скажу вам. Да, это полкило сосисок. Вон, посмотрите, красное все. Слушай, то есть здесь. Герасим Васильевич, знаешь, что меня что смущает? Меня смущает вот это вот все-таки покрытие, вот это сосисочное. Что это такое? Знаешь? Да это натуральная какая-то фигня, она варится и съедается. Угу, все. Ну, не знаю, насколько она жарится, может. Сейчас, ну, мы, как бы... сейчас мы как раз все это выясним. Да, сейчас мы это все выясним. Пошел дымный аромат. Пока просто дымный. Нет. Дымный дым. Нет, у дыма же есть аромат. Пока пахнет изоляцией от проводов. А, ну правильно, да нет, сосиски в термоусадке просто. Да, сосиски в термоусадке жарятся. Они сожмутся, ребята, но тут ничего не останется. Блин, ребят, ну честное слово, хотели что-нибудь сделать, но далеко ехать, 20 километров до города ехать. И что-то покупать. Доехал до Деревенского, купил вот сосиски, которые только были. Конечно, надо было какие-то... колбаски взять, еще что-то. А рыба и все остальное мясо у нас заморожено и нереально разморозить было. Вас хвалим же деревянский магазин, который... Мне кажется, Мишка даже в термоизоляции сейчас съест. В принципе, да. Он есть хочет съесть. В принципе, да. Я тоже съем. То есть трудоголь в больших количествах. О, там даже что-то капать начало, представляешь, сосисок. Сок пошел, сосисочный. Сосисковый сок пошел, ребята. Сосисковый сок нельзя. Стекает по годовым кольцам. Кстати, я вам не показал. Здесь есть такая вот штука. Сам, ребят, короче, поддон. Вот это, да, поддон, он вытаскивается так. Туда стекает жир и все, сосисочный сок. Короче, и все остальные прелести. Так, вот. Слушай, ну уже сосисками запахло. Уже больше не пахнет. Изоляция, да? Ух ты! Масло. Вот сейчас очень хорошо было. Хорошо было. Надо, Миш, забыли их. Вот они сейчас будут бахать так постоянно. Надо было прокапать. Ты видал? Подожди, дай-ка ножиком. Слушай, а ты видел, что там с той стороны вообще творится? Классно, классно. Переверни. Классно. Да, о, ножичком о, поднадрежь. Слушай, вообще красиво получается. Ой, ребят, смотри, какой. Они как спелый арбуз взрываются. Взрываются, да, прям реально. Фух. Мы их забыли надрезать, а это не взорвалось, потому что у нее этот самый краешек. Слушай, тут... Не надо переворачивать, на. Так, ребят, сейчас мы это все делаем. Да вот так вот, бери за жопки, вот так. Раз. А зачем вилку мне дал тогда? Чтобы у меня рука освободилась. Мне, видишь, уже слюнотек начинается.
обильный причем. А, слушайте, ну вообще красота. Неожиданно мощно как-то он быстро все это жарит. Да, это на полмощности я поставил. Дабы наши сосиски совсем не взорвались. Ну что, весьма при его компактности, неприхотливости и главное цене. Цена у него, ребят, я не помню, там 2 или 3 тысячи рублей. Но чтобы вас не путать, актуальную цену вы всегда можете посмотреть на сайте. Я дам ссылочку. Прямо вот в описании под роликом есть ссылочка, где можно его заказать. Ну и то же самое также по промокоду Герасим Шерп получить скидку. Ух ты, как она. И погрелся, и погрелся, и поел. Видали, как она харакири себе сделала? Ой, Мишка сейчас растрепит сосиски-то. Я думаю, даже мало будет. Ух ты, блин. Даже вот тут вот припекает так. Ребят, единственное, что вот, как мне кажется, рекомендация, да, это делать если стейки там или котлетки, или еще что-то, то потоньше их делать. Чтобы все-таки у этого гриля нету верхней части, которая бы накрывала продукты. Ну, это компенсируется продукты, да, высокой мощностью этой штуки. Мощность не... написано, что у нее 2,1 киловатта. Жар идет сумасшедший, здесь трубку уже держать тяжело. Слушай, все-таки вот этот метод, он больше, чем поперечный. Ну да. Видимо рассеиватели стоят, отражатели. Да, в разные стороны. Ой, какая сосиса, а. Ой, съешь меня, говорит, Миша, съешь меня, говорит, сожри. Кстати, не прилипает, да, сильно-то, чтобы... Нет. Я бы не сказал, чтобы что-то сильно прилипало. А сейчас мы покажем, вот чистая решетка под сосисками, ничего там нет. Ну да. Ну, хотя, что тут, сосиски, они без сала, без жира, скажем так. Вот. Нет, ну все равно что-то будет пригорать, но по крайней мере... Ну да, что, ее снял, потер и... Да. Это сам... Ну ничего. Мишка из медведя быстро сбегал в лес, надавил сосисок. Сейчас тебя угощу, дружище. Не, я съем, очень уж аппетитно они у тебя выглядят. Ну, медведь старался. Очень аппетитно выглядит. Особенно прямо здесь. Да, вот это как, вот как, конечно, как, развернулось. Какой цвет. Широкая душа у нее какая. Ну что ж, ребят, вот такой вот гриль. Мы уже, в принципе, закончили, наверное, жарку, да? Да, сейчас начнем. Да, будем кушать, и в принципе, ну что скажу, работает. Вот, но, правда, это самое простое, что можно было приготовить. Но работает, имеет место быть на рыбалке, на охоте. Ну что, классно. Просто на пикничок где-то очень мало места занимает. Маленький, легкий. И, как мне сказали в компании «Огриль», они сейчас дождутся наших тестов, как бы всего. И, наверное, если будет хороший спрос на эти грили, то сделаю для них кейсы еще. То есть, чтобы можно было раз его положил в кейс и убрал. Будет очень компактная, хорошая штука. Ну, а мы, наверное, возьмем этот гриль в какое-то из наших путешествий и протестируем его более уже Догоним подробно. Кролик и пригласим его к себе на ужин, обед или завтрак. Чего-то лучше на обед. Да, прям в термоизоляции. Кролика в термоизоляции? В шерстизоляции. Не, ну мы гуманные. Пока. Видео это вы увидите, да, штука нормальная. Ссылка на этот гриль в описании. По промокоду Герасим Шер будет скидочка еще 7%. Это недорогой гриль, он не стоит каких-то больших денег. Но, как видите, жарит очень-очень даже хорошо. На обычных цанговых баллончиках. Что не может не радовать. Все, всем пока, а мы будем кушать. Приятного нам и вам аппетита. Все, всем счастливо, я пошел. Все, вот моя. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось... Ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.